Ребят, я тут наткнулся на один очень хороший сайт, на котором можно поднять неплохие деньги. Если что, он называется Casino Rocks. Вот этот сайт, вы можете поиграть здесь либо в слоты, либо в рулетки. Лично я люблю слоты под названием Big Bad Wolf. Мне очень нравится Big Bad Wolf, потому что я на них гораздо часто выигрываю. Пока она запускается, хочу сказать одно очень важное дело. Главное вовремя остановиться, ребят. Вот, у меня на балансе, кстати, сейчас 2000 рублей. Попробуем его пополнить. Понятное дело, неизвестно, как все пойдет. Надеюсь, не проиграю. И я сразу выиграл 125 рублей. Неожиданно. Окей, продолжаем. Я выиграл 500 рублей. Офигеть, 2 из 2. Теперь у меня на балансе 2375 рублей. Общая ставка 125 рублей. Бамс! И тут ничего. Облом, да. Недолго музыка играла, недолго Владик танцевал. Продолжаем. 1000 рублей. Я клянусь. 1125 рублей. В итоге у меня баланс пополнился на 3000 рублей. Сейчас будем выводить. И самое главное, что это лицензионное казино, и здесь очень быстрый вывод средств. Это очень круто. И кстати, если что, по моей ссылочке в описании у вас будет 100% депозит. Если вы положите 500 рублей, получите 1000. Если 1000, то 2. Ссылка в описании. Здорово! Бомбить, понятное дело, не буду насчет прошлого видео. Я, честно говоря, в шоке. Снова рекорд по дизлайкам. Я не понимаю, что такого в том, что варил вейп. Мне кажется, что это прикольно. Хоть какое-то разнообразие. Я хотел внести разнообразие. Ну да, понятное дело, что мне предложили рекламу, но я понял, что это будет прикольно, новый контент, потому что многие блогеры это снимали, и типа я подумал, почему бы не вставить это в свой влог. В итоге вам это не зашло, вы начали бомбить непонятно из-за чего, я не понимаю, что вам вообще нравится. Да, понятное дело, что скейтбординга нужно больше, но я тоже не хочу снимать видосы без идей, где будут одни трюки и ничего более. Это как бы неинтересно, и понятное дело, что массы это не зайдет. Еще вы бомбили из-за того, что я целовался со своей девушкой. Что вы там такого? Вы что, гей, что вам это не нравится? Типа... Объясните мне, напишите мне в комментариях. Ладно, хотели мясо, хотели много трюков. Я сегодня добрый, потому что приехал на нормальный паркинг. Тут неплохо, можно покататься, поэтому будут трюки. Но я на вас, если честно, злой, потому что вы бомбите непонятно из-за чего. Смотрите, что здесь появилось. Сейчас мы ее обкатаем. Знаете, что самое забавное? Я никогда не пробовал 50-50 на периле, на круглой. Да и вообще на любой не пробовал. Разве что... А, не, пробовал на квадратной. Теперь файво. Кто там? А. Связки тупые, никак не пройду. Болит? Очень. Капец. Это то, о чем я вам говорил. Один раз просто приземлился так, что нога просто вот так нагнулась. Покажи, как она нагнулась. Ну давай направо покажу, типа вот так. Ага. А типа автоматически из-за связок, из-за того, что они не зажили, у меня начинается очень жесткая боль. Это очень неприятно. И это будет проходить достаточно долгое время. И это очень сильно бесит. Вот, сейчас полегчало. Но у меня аж слезы, наверное, уже на глазах. От боли. Лицо красное, будто тебя палкой огрели. Ну вот и я об этом. Неприятно очень. Встал так на трак. Ну и ушел. Неприятно очень. О. Это же скейтбординг, тут без падений и боли никуда, поэтому продолжаем. Этот момент, когда катаешь 6 лет и потом пытаешься поднять доску. Не, как-то не так. Не, вот так вот. Не, знаешь, пытаешься поднять доску, но... Бля! О! Не, ты пытаешься поднять доску, но ты катаешься 10 лет и и сразу на том плане на нее запрыгивает. Та-дам! В Эриксе мы всех порвем. Сейчас будет лучший трюк в моей жизни.
вашей тоже. Все, за то, что ты перепутал мое имя, ты меня в инсте пиаришь, понял? Неделю. Пишите мне, спонсор. Я как эта доска летаю просто как пробка. Ну даже вот так. To something. Guess I done came a long way. I can't stop now. I'm always working. I know deep down that I'm deserving of what I got. That's what I'll get. Видим Олега. И обнимают меня. Потом мы едем дальше. Подожди, давай. И ломаем перилу. Приехал в скейт-парк, правда, я здесь один, нет оператора, буду снимать сам себя, но плюс в том, что нет людей практически, все катают в мини-рампе, а эта зона полностью свободна. Так что сейчас понаваливаю, попробую поделать новые трюки, может быть, получится что-то. Поехали. А есть минусы. Плюс в том, что не было практически людей, я нормально откатал. И минус в том, что я вообще без понятия, как я все наснимал. Может быть, вы ничего не видели. Блин, ну... Ну ладно, то, что будет видно, то и вставлю. Все просто. Сейчас снова еду в Борн. На улице невыносимо холодно. Это жесть. За этим окном примерно минус 15 градусов. Как тебе твой тату-мастер? Какой тату-мастер? Именно тот. Продолжаем прогрессировать. Сегодня я попробую 360 флип на Файво, новый трюк, потому что попшоют на Файво я сделал. Криво, конечно, но сам факт. Понятное дело, я его переделаю покрасивее, но потом 360 флип на Файво, который очень страшно делать, я с ним очень сильно устал. Попыток 30 было. Короче, в ближайшие 2 недели не будет скейтбординга. Сорян, пацаны, есть одна очень важная причина, из-за которой я не смогу катать. Можете написать в комментариях, почему я не могу катать примерно недельки 2. Если что, это не болезнь, не переживайте, это единственная подсказка для вас. Хотя, чему тут переживать, ну заболел и заболел, как бы пофиг, да, ребят, так ведь? Короче, пока не будет скейтбординга, будет другой контент как раз на ту тему, которую я воплощу, потому что та причина, из-за которой я не буду катать, очень важна для меня, и я очень давно хотел ее воплотить. Вот такие дела, ребят. Короче, есть идея снять видос на тему моих старых видео, то есть будет реакция на мои старые ролики, я буду смотреть на старого себя, точнее на молодого, где-то на 2 года младше, и понимать, насколько я был тупой дегенерат, который снимал непонятную дичь, потому что я вчера вечером лежал, смотрел в телефон и понимал, какую хрень я снимал, это просто, ребят, капец. В общем, пишите в комментариях, потому что я не знаю, зайдет вам эта тема или нет. Понятное дело, она спижена, не новаторская, а сейчас все это делают. Но мне кажется, что это будет интересно, потому что по факту у меня немного уникальный контент. Скейтбординг, все дела. Я заранее вам говорю об идее следующего ролика, потому что, мало ли, соберу еще больше дизлайков, чем в предыдущем ролике. Вдруг вам что-то не понравится, типа буду делать трюки в старых видео не так, как вам нравится. Потому что в старых видео я катал просто как проклятый кусок бревна, ребят. Да, если вы еще не смотрели мои старые ролики, то там полная жесть, советую посмотреть, либо же подождать новый ролик. В общем, все, ребят, ставьте, что хотите, пишите тоже, что хотите. Всем пока!